Профилактические меры, предпринимаемые в Казахстане, пока не снизили угрозу экстремизма и терроризма, заявил генеральный прокурор республики Асхат Долубаев на заседании генеральных прокурор государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. По опыту зарубежных стран в Казахстане проводится работа по социальной реабилитации приверженцев нетрадиционных течений, которая включает в себя работу с их ближайшим окружением. Профилактические меры позволили перевести на умеренные позиции более половины религиозных радикалов, находящихся в местах лишения свободы. Вместе с тем угроза экстремизма и терроризма не снижается, сказал Долубаев, которого цитирует агентство «Новости Казахстан». Он отметил, что одной из основных проблем Казахстана, как и других стран мира, является участие граждан за рубежом в боях на стороне террористических структур. Компетентными органами на постоянной основе проводится работа по предотвращению выезда наших граждан за рубеж для участия в террористической деятельности, заявил Долубаев. По словам генерального прокурора, суды признали экстремистскими и террористическими 21 организацию, их деятельность в республике запрещена. Также были признаны незаконными ряд видеороликов с призывами вступать в ряды террористов в Сирии и в Ираке. В связи с распространением в интернете материалов экстремистского содержания запрещены к ввозу, изданию и распространению порядка 660 информационных материалов и продукция 700 интернет-сайтов, заключил Долубаев.